Главное, без паники, дети и учителя спокойно и организованно идут к выходу. Действия важно отработать до мелочей. Спасатели ваши учат школьников, как вести себя в случае землетрясения. Наша цель в том, чтобы быстро и безопасно вывести детей. В случае ЧС все должны знать, как и что делать. Это спасет кому-то жизнь. Правила поведения при землетрясении детям рассказывают на открытом уроке. Усвоить их должны все. Кыргызстан в сейсмоопасной зоне. Мы также рассказываем правила оказания первой помощи. Это важно. Знать их должен каждый, в том числе и ребенок. Более 2000 школьников смогли пообщаться со спасателями МЧС, задать интересующие вопросы. Проверили спасатели и противопожарные устройства, и информационные щиты. Мы всегда тесно сотрудничаем со специалистами МЧС. На этот раз мы предложили провести такие учения. Это очень важно для безопасности. Подобные мероприятия спасатели МЧС проводят не только в школах, но и в других учреждениях и организациях. Алена Смирнова, Мырза Джигит, Мамыт Керимулу, Исламбек Майрамбеков, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.